Белорусия, да имаше кенјаро соне на сара на тоа како соне поривам сами контрол, зри би били, но ќе би проблем, ме кун полифоники да тоа веќе се на. Добри вечер, добро пожаловате во нашу красиву Саранду. Именно вот вам, белорусам, к вам обращаются. Это вот группа, национальная вот группа именно города Саранды, которая называется «Голос Соловей». Они будут и танцевать сегодня вот для вас. Ансамбль культуры «Зыби Билин» там артист на шоу фестивале «Комтарен и Комтарен» и тут «Стабисат Шумер» под Парад Витале Треда. Ансамбль имел, вот, можно сказать, имел место и также вот заняли многие, вот, где вот выступали вот первое, второе, третье. Полифония считали, как была вьет и христом, где сота южа, но леску, а си лёгля чан, а ну ка дадите полифония то. Из-за полифонии, именно о котором я вам говорила, является нематериальный объект ЮНЕСКО с 2006 года, и вот пение через гортай, которое сегодня будет, нигде вы больше не услышите. Ансамбль культурал превец полифонист Гуаншун Пупур, где вале национале, ши при сиукус, ши при сместе дадверю. Кроме вот песен, именно вот через вот из-за полифонии, через гортани, они очень красиво также и танцуют. Дашу Мит, Белорус, ювек из этого армандета Кубра Шиприз, Лера Музеали Чикаван и Тон, он мэй Бугра Соне, полифония Шиптане, де Вале Деционале. Вы уже видели много чего вот красивого вот в Албании, вот природы, также вот очень много вот мест, именно античные, но вы еще вот сегодня увидите именно вот и услышите вот нашу вот другую вот часть культуры, это вот пение и вот танцы. Юве дот кени мрсин, да дьони кынде бугра полифонике, поникласи ште персени са пашку мене вале национале. Также вас приглашают, что вместе с ним вы вот танцевали и также вот, ну, пели, можно сказать. Это обязательно. Да даже би белорус, а те не тё се вънни тону прочеву, кио концерти тону прочеву, а трёте сме тони, да мигве туай, шокве туай, Презентуваш Шиприн де Сарана Тон Бугур. Дни до дни кират Бугра на вън и Тон Бугур. И просто, чтобы вы вот о нашей танце, о нашей культуре, о нашей Албании как также рассказывали. Они не знают, что мы благодаря вас и работаем, но вы уже это делаете вот и годами, поэтому вот передаю их слова. Я мисли на чашку образованию, что я хотел, чтобы Бугур наш тип на Беларусь. Это про меня вот в качестве переводчика. Вива Белоруссия!